предстоящие выходные в Темиртау пройдет 26-й открытый республиканский турнир по волейболу, посвященный памяти заслуженного полковника Комитета национальной безопасности Жакана Медиубаева. Примут участие в соревнованиях спортсмены со всех регионов страны. Турнир проходит для популяризации волейбола в Темиртау. Я думаю, что за эти два дня, кто придет посмотреть данные соревнования, те получат массу удовольствия, эмоций и погрузятся в это прекрасное слово «волейбол», эту прекрасную игру, которая объединяет, наверное, миллионы спортсменов в мире. Примут участие в турнире команды ветеранов и команды молодежи. Игры пройдут 27 и 28 мая в спортивном клубе «Тау», а также в спортивном комплексе «Митл». Прямые трансляции с мест проведения турнира будут опубликованы на нашей странице в Инстаграм, а также на странице «Хабар 7213». Юлия Исланова, Арман Абылхасымов, Дмитрий Косыгин. Новости Темиртау.